Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 3 на странице 25 рабочей тетради по математике для первого класса автора Марон. В букете было 5 гвоздик, а потом распустилось еще 3 цветка. Сколько стало цветков? Было 5, распустилось еще 3. Чтобы узнать, сколько стало цветков, нужно к 5 прибавить 3. Записываем. 5 плюс 3 равно 8. 8 цветков. Буква С. С точкой записываем в скобках. Пишем. 8. Цвет. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.